дорогие зрители, подписчики. Вот мы с вами пришли в поселок Первопроходцев, это город Лангепас. Сейчас мы посмотрим на технику, которой пользовались первопроходцы, и на то, где, в каких они кабинках жили. Вот в таких вот бочках они жили. Кабинки, где люди могли отдохнуть, согреться на таком диком севере, как эти места. Вначале здесь в Лангепасе были одни лишь болота. После этого начали строить город, первый поселок Лангепас. Вот мы наблюдаем, какие у нас виды техники стоят. Это у нас нефтяная вышка, покрашенная в Лукойл. Далее у нас идут машины, болотоходы и разная техника, которая помогала проводить это все. Здесь мы видим, Есения идет у нас. Ускакала у нас далеко-далеко. Проходит, как первопроходец по снегу. Дальше сейчас поснимаем другую технику.